Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Николай. Сколько вам лет? Мне 24 года. Когда я пою, я отдыхаю, я свои иногда чувства выкладываю в песни, поэтому мне легко, иногда я пою. Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Идет не спеша девчонка, девчонке 16 лет. Но в свои лет 16 много узнала она. Свет им большим в объятиях, но там ночи провела. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Набрались храбрости выступить перед камерами, перед нами. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Тем более, что данные есть. Не уходите. Скажите, впечатления какие у вас остались? Непередаваемые эмоции. Я никогда ранее не выступал перед камерой. То есть это у меня в первый раз. Я получил массу эмоций, положительной энергии. Спасибо вам за это. Спасибо за все. Сильно волновались? Да, волнение было, поскольку это впервые у меня, как бы, такого раньше у меня не было никогда. Несмотря на это, вы показали замечательный результат. Спасибо вам. Спасибо. А скажите, у голоса есть цена? Нет. Я бы не сказал, что цена у голоса. Голос дан от природы. Если он есть, он есть. Если его нет, его нет. То есть каждый человек по-своему индивидуален, и говорить о цене голоса, он бесценен.